Новая серия Expedition Mudrunner. Задание освещающий путь. Установить в трех точках маячки. Будем стараться. Так, первая точка. Давай сюда, наверное. А, нет, подожди-ка, подожди. Поедем сюда сначала. Там по краю туда. Так. Дальше. Так. Ага, направо. Лезли налево надо.
Так, теперь по краю. Да, опасные. Так, первая точка. Ну, где он поставился, фонарь этот? А, вон впереди, так. Вторая точка. Вторая точка. Сюда. Спуститься вниз. Так. Смотрим, что у нас открылось. Так, поедем. Здесь.
Получилось бы. Пойдем через болотистую местность по краю. И потом поднимемся. Не хочешь сломаться. Ладно. Сейчас вылезем. Да, вот вообще все заросло. Ладно, значит, назад как не споедем. Так, если сюда. Вылезли. Теперь подъем найти. Что у нас тут? Штраф 1000 баксов.
Так, аккуратненько, аккуратненько. Оп. Давай там попробуем с той стороны. А вот здесь сейчас попробуем здесь. Так, ну что-то, блин. Ну, блин. Плохо нету. Часов сколько времени, блин, в игре. Так, ну это дуб вроде фотку издалека какой-то экспедиции. Вроде он. Так, где его просто понятно. Блин, здесь, наверное, вряд ли подъедет. Стой. Давай, тяни его.
это вершина. Так, установить маяк. Фу. Так, дальше. Так, дальше нам куда? На эту точку, да? Сюда, сюда получается. Окей. Окей, кар. Зачем ты падаешь? Ну, блин, 5 падает будет с вершины. Ну это бонус. О. Эх. Нет, что там с разработчиком надо с этим делать? С этим какого? С домкратами. Легче тогда нам проехать через по болоту, чем тут круг такой. Давайте сюда вот. Сюда.
нет, подъем-то. Ага, с той стороны получается. А, сюда. Сейчас прямо. Может, здесь залезть все-таки? Дерево цепилось какое-то. Сейчас я что-то зацепился. Тоже какая-то глупость, что дерево валяется. Лебедка бы давно вытащил его. На крюки, блин, не ставится. Ну вот, крайняя точка. Фу.